Актуальные вопросы социально-экономического развития, а также пути решения проблем, сдерживающих развитие Тампонского района, обсудили на состоявшемся в Хандыге инвестиционном форуме. Подробнее об этом Нина Ханарова. В Тампонском районе впервые состоялся муниципальный инвестиционный форум «Тампонский горно-промышленный район. Перспективы развития» с участием министерств, ведомств Республики и Российской Федерации, всех заинтересованных министерств, ведомств, а также недропользователей. Не решен вопрос по электроэнергии. Значит, вот до Хандыги ЛЭП приходит из Якутска, а дальше никуда. Значит, надо решать вопрос о строительстве в Хандыге, возможно, тепловой электростанции и продолжение линии для передач на вот эти вот все проекты, на Тампонские, Амиконские. Значит, надо все-таки радикально решать вопросы по автомобильным дорогам, заканчивать на Джебаль-Кихая, решать вопрос по строительству автомобильной дороги на Нежданинку, на Верхнем Менкиче. Значит, надо решать вопросы создания там баз, значит, подготовки кадров и так далее. Вот это требует и денег, и каких-то общих решений. Основная цель форума – улучшение инвестиционного климата и реализация перспективных инвестиционных проектов в Тампонском районе. На площадках форума обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития, а также пути решения проблем, сдерживающих развитие Тампонского горно-промышленного района. Нужно обязательно структурировать все инвестиционные проекты в рамках единого комплексного подхода для того, чтобы мы оценили перспективы развития каждого отдельного инвестиционного проекта по освоению месторождений и по развитию, скажем так, промышленных предприятий. И оценили все факторы неопределенности, сдерживающие реализацию этих инвестиционных проектов для того, чтобы распределить риски, разложить обязательства. После пленарного заседания были подписаны соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным районом Тампонский район и ООО «Геопромайнинг» Верхнем Менкиче, акционерное общество «Южно-Верхоянская горная компания». Затем прошла церемония запуска волоконно-оптической линии связи. Во время форума работала экспертная площадка бизнес-проектов субъектов малого и среднего бизнеса Тампонского района, где представленные к презентации проекты получили квалифицированную экспертную оценку. На заключение на пленарном заседании была дана оценка и подведены итоги работы и принята резолюция инвестиционного форума, который, по мнению организаторов, даст новый толчок в развитии Тампонского района. Нина Ханарова, НВК Саха, Тампонский район.